Мужчина сразу начинает чувствовать себя лучше, когда перестает ждать от женщины любви, сочувствия, понимания, одобрения и даже верности. Какая, по большому счету, разница, как женщина к вам относится и чем она занимается в свободное время, если она убирается, стирает, гладит, моет посуду и сосет? Но нет, мужчине этого мало, ему нужно, чтобы женщина его еще и любила. Но любовь – это неопределенное понятие. Можно любить родину, можно любить пиво, можно любить рыбалку. Слово одно, а смысл совершенно разный. Да и отношение к человеку на самом деле очень сильно может меняться даже в течение дня. А кроме того, отношение к человеку нельзя изменить по собственному желанию. Если вам кто-то не нравится, то вы не заставите себя его любить. Так что не приставайте к женщине с вопросом, любит она вас или нет, и как она к вам относится. Если баба выполняет свои функции, при этом не требует больших расходов на себя, то вам от нее больше ничего и не надо.